Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами послушаем и сравним, как звучат гитары при записи с помощью компьютера, с помощью программы Guitar Rig. А вторым вариантом послушаем, как звучат гитары при записи с использованием лампового комбо-усилителя. В моем случае это Yerasov Classic 45. На данный момент я буду играть на трех инструментах. Два из них полуакустический Gretsch, один Fender Telecaster. Полуакустические инструменты имеют узкую музыкальную спецификацию, поэтому в рамках этой специфики в Guitar Rig я нашел подходящий бодрый рок-н-ролльно-рокобильный сет, а комбик настроил похожим образом. Для записи аналогового сигнала, кроме самого комбика Yerasov, я использовал Ibanez Tube Screamer и боссовский дилей DD3. Запускаем программу Guitar Rig 5. Так-с, открываемся. Здесь я в разделе через раздел стили беру по умолчанию Rock and Surf, выбираю Rock, Rock and Cat. Вот здесь некая эмуляция, чего здесь, Fender Twang River, легкий дилей, какой-то бустер и ревер, и еще какой-то компрессор. Ничего абсолютно не трогаю, настраиваю гитару и с помощью внутренних ресурсов самой программы делаю запись. Минусовку для записи я взял с нашего любимого Ютуба. В графе поиска ввел Rockabilly Backing Track. Что значит минусовки в стиле рокобили. Так, вот видите, что здесь разные многие интересные. Rock'n'Roll Blues, прочее. Вот это вот я использовал. Послушаем. Ну вот так-то она по кругу крутится в течение 4 минут. Я быстренько набросал небольшое соло и на разных инструментах специально для вас сыграл, чтобы можно было сравнить и для себя сделать какие-то небольшие выводы. Ну что, пора приступать. Ссылку на этот трек я выложу под самым видео. Вы сможете выйти на этот трек. Ну что, тогда вам удачи и до скорых встреч.
Thank you.